Сегодня в Днепре проходит первый фестиваль вакансий для ветеранов АТО. Можно сказать, что уже ребята собираются и готовятся к праздничному концерту. Но так как сегодня было представлено очень много работодателей, которые предлагали вакансии для ветеранов АТО и не только, также для всех жителей города. Также ребята, которые ветераны войны на Донбассе, представили локации со своими бизнесами. То есть это были бизнесы как общепита, так и разработки в сфере IT. Я представляла предприятие «Детект Приднепровская ТЭС». Мы предлагали вакансии слесарь по ремонту оборудования, грузчик на складских помещениях и машинист-обходчик по котельному оборудованию. Сегодня за целый день очень было много посетителей, как ветеранов АТО и также просто желающие найти работу. На сегодня результат у нас запланировано на следующей неделе 3 собеседования уже на предприятии, да, и на перспективу у меня имеется уже 5 резюме, оставленные участниками АТО. В один момент решил, что когда-то придет конец войне, конец контракта, и надо будет как-то дальше продолжать жизнь. Ну и параллельно начал заниматься футболками и производством одежды. Вот, ну, а где вы их продаете? В основном интернет, Facebook, Instagram. То есть, потому что надо как-то совмещать со службой, хотя это нельзя. Ну, как-то вот пытаюсь, то есть дома те, кто занимается этим, а я это курирую. А что обозначает ваша марка? Ну, 450 – это один из старых кодов, которые использовались еще в 415 году и которые уже не используются, так что про него можно говорить. Это значит, что 450 все хорошо, то есть без происшествий, то что ну, ситуация стабильная и ничего не угрожает нашей жизни. Иногда этот код использовался даже когда шли обстрелы и все остальное, но человек чувствовал, что все хорошо и все равно значит все 450. Ну, а один из коренных, потому что мы те, которые стали на защиту, не проломились под натиском и продолжаем нашу борьбу. Добрый день, меня зовут Сергей Зверко. Бизнес у нас начинался почти полтора года назад, после того, как я получил третью группу инвалидности и был демобилизован из Збройных сил Украины. Надо было чем-то заниматься. Одно время я занимался, был на держслужбе, потом понимал, что надо что-то делать немного своего, и приобрели станок для лазерной резки и гравировки, который выпускает сувенирную продукцию, а также другую продукцию, которую вы видите сейчас у нас на нашем стенде. В основном мы режем эксклюзивные вещи, делаем коробочки под вина, под сувенирную. Сувениры – это шкатулочки для девочек. Школьная продукция у нас предоставлена. Несколько серий есть там. Пазлов, динозавры, Звездные войны. Детям это очень нравится. Ну, это востребовано. Делаем очень много продукции к 1 сентября. Допустим, именные линейки, именные какие-то вещи для поздравления там, 8 марта, 14 на покрова, на День защитника Отечества. Дальше. Следующий вид нашего бизнеса также востребован для сувенирной продукции, символикой города Днепра и Украины. Поэтому конкурентоспособные цены, потому что мы производители, и многие у нас предприятия, у которых есть реализационная сеть, они берут у нас и продают. Конечно, хотелось бы, чтобы от города было там несколько небольших хотя бы помещений, где мы могли бы какие-то создать свои маленькие магазины и продавать нашу продукцию. Ассортимент очень большой. Да, это Airgun, разработанный не только к нашей игре, а вообще для игр дополненной реальности, но мы решили их использовать и в нашей игре. То есть они связаны с программой, да, и нажатием курка производится выстрел? Да, да, да. По Bluetooth смартфон подключается к этому Airgun, и нажимая на курок, происходит выстрел. Точно так же можно здесь переключать вооружение, там,
различные их функции в игре, там, приближать, удалять. Да. То есть это как джойстик? Да, это как джойстик, да. Идея это была сделать шутер в дополненной реальности, где там как бы совместить всем известный Counter-Strike с покемонами. То есть где там в игре можно использовать смартфон, ну, как оружие, просто наводя на товарища и там играть в войнушку, как в старую добрую войнушку, как когда-то мы в нее в детстве играли. Вот. Игру можно скачать в Play Market, App Store. Там все доступно, штрих-коды, вот как на мне, можно скачать на сайте, вот такие вот штрих-коды, вот. Распечатать на принтере А4 и наклеить на себя, играть с друзьями в войнушку. Вот так вот. Называемся мы Active Seasons. Активный отдых, зима-лето. Все начиналось с того, что мы, во-первых, являемся сервисом по ремонту лодок, катеров и любых изделий из ПВХ. Ну и пришли к тому, что столкнулись с тем... Ну вот знаю по себе, вот это человек, который бывал на природе, ходил в походы, ну и плюс ко всему доводилось тоже под открытым небом в таких тяжелых условиях. И ты уже знаешь, чего тебе хочется, чего тебе не хватает. И мы пытаемся предложить людям то, что именно необходимо для активного отдыха. Скажите, пожалуйста, с чего все начиналось и что вы продаете, какие услуги оказываете? Начиналось все с воды, собственно говоря, вот, как бы, вот ее представление. Далее посмотрел, вода и общепит, в принципе, взаимосвязаны. Мне это было всегда интересно, решил дальше развиваться. Вот, на данный момент возникла идея патриотичных бургеров. Вот, желто-синие и черно-красные, собственно говоря, блины потихоньку вот, развиваемся. Где можно купить вашу продукцию сейчас? Сейчас пока, как говорится, только здесь и сейчас, один день. Поскольку это только стартап, проект, можно сказать, мы его здесь презентуем. Далее, возможно, возьмем небольшую отсрочку и будем уже обдумывать более стационарное место существования. Называться это будет «Пан Млынбург». И я надеюсь, что в ближайшем будущем уже мы будем готовы воспринять не на выездных фестивалях, а уже более нормальных помещениях, где на голову не капает, в спину не дует. Все починалося, ну, десь, мабуть, 2014 року. Коли все почалось, моя дружина Оля, коли я почав, ну, как би, пішов захищати свою країну, вона почала шити разом з двома сестрами. Вони почали шити балаклави, термобілизну, бафи, от такі. З цього почався бізнес. Потім в 15-му році, в березні, коли я звільнився, вже прийшов з війни, ми вирішили, скажімо так, зробити інший бізнес, зробити роздрібний бізнес, відкрити першу крамничку. І перша крамничка у нас відкрилась в листопаді 15-го року, ми відкрили вже свою першу крамничку. Наразі у нас нараховуються вже три крамнички, також у нас є власне виробництво одягу. Ми намагаємось, скажімо так, у нас принцип робити тільки український одяг по доступній ціні, наш слоган. Одяг України для всієї родини. Тобто ми робимо, як у нас, власного одягу, власного виробництва. У нас десь 30% власного одягу. Інші у нас ми докуповуємо також у якісних наших українських виробників. Зараз у нас вже працює інтернет-крамничка. Ми будемо скоро в планах розширюватись нашу мережу на інші локації, тобто по області, а потім вже і по всій країні. Це наші максимальні плани, скажімо так. А де вже працюють діючі магазини у вас? У нас зараз три крамнички. Перша – ТЦ «Цум», найвелика, потім ТЦ «Аполло» і ТЦ «Нагорка» в торговельних центрах вашого міста. Эффективно ли все прошло сегодня? Прошло ли это эффективно, мы будем, наверное, уже знать на следующей неделе, когда я буду понимать, сколько работодателей вышло, потому что они заполняли анкеты, они отмечали там, сколько к ним людей подошло, с какими вопросами, что они, как они отработали этот день. В
принципе, с нашей стороны мы сделали все возможное. На самом деле, сегодня присутствовало очень большое количество работодателей и представителей ветеранского бизнеса. Сегодня было сделано все для того, чтобы показать нашим ветеранам, что работа в городе есть, что есть вакансии, есть работодатели, которые готовы работать с ветеранами, поэтому все теперь зависит только от них. А много ребят, ветеранов было? Опять же, мне сложно сказать, они хаотично подходили, но, в принципе, я ожидала большего. Конечно, не могу сказать, что пришли какие-то новые лица, которых я не знаю. Но, наверное, у них есть работа, раз они сюда сегодня не пришли. Второму фестивалю вакансий для ветеранов АТО быть? Ну, сегодня очень много работодателей задавали вопросы, будет ли продолжение, будет ли это на постоянной основе. Поэтому я думаю, что мы согласуем это все с руководством, и подобные мероприятия должны проходить. И именно на открытых территориях, только, скорее всего, это будет весна, либо это будет начало осени, как сегодня, чтобы это была не такая обстановка неформального общения с работодателями и с ветеранами. И это располагает действительно к общению и к нахождению работы.